жители Хакасии, наша страна находится в страшной опасности. За последние 20 с лишним лет Единая Россия провалила все реформы, которые только предлагала. Не принято ни одного хорошего закона. И итогом этой политики вымирание нашей страны. Нас грабят. Реальные доходы граждан снижаются 8 лет подряд. И единственная возможность выйти из этой ситуации – не допустить косметических преобразований, которые, о которых говорят все другие партии, а системно и качественно изменить ситуацию в нашей стране. Возможно это сделать лишь при одном условии. Если мы примем программу Коммунистической партии Российской Федерации, которая предполагает вернуть отобранное у нас богатство каждому гражданину. Вы вдумайтесь, сегодня самая богатая страна, 40% мировых природных ресурсов на нашей территории. При этом самое нищее население. 3% жителей России владеют 90% всех денег. Более несправедливую систему невозможно построить. Это социальная катастрофа. И итогами этой катастрофы вымирание нашей страны. Друзья, на сегодняшний момент национализация сырьевой базы, национализация тех градообразующих предприятий, которыми полнится наша Российская Федерация и Республика Хакасия, в том числе, это ключевая задача номер один. Мы сможем наполнить бюджет, и эти деньги будут направлены на то, чтобы создавать рабочие места, чтобы отстраивать нашу страну заново, да, чтобы была уверенность в завтрашнем дне и достойной заработной платы. Мы должны обложить налогом богатых, дополнительным налогом, а бедных от налогов освободить. На сегодняшний момент, чем беднее человек, тем больше он платит налогов. Вот такая вот страшная ситуация. Богатый олигарх и нищий учитель 13-15% одинаковые платят. Это катастрофа. Мы должны добиться продовольственной безопасности. Мы должны добиться кратного увеличения финансирования на здравоохранение, образование, науку и аграрный комплекс. Вот это основа развития нашей страны. А на сегодняшний момент она работает в интересах олигархов. Посмотрите на ваш богатейший регион. Все отобрали. Все принадлежит кучке сверхбогатых людей. И как власть пытается это защитить? Она наштамповала кучу различных партий, которые являются то костылем, то подручным, то помощником. Все пытаются по принципу фараонов разорвать то патриотическое, то прогрессивное электоральное поле граждан, не дать им объединиться вокруг коммунистической партии. Самое главное заслуга этого режима. Они смогли убить в нас веру, убить в нас надежду. Они заставили нас думать, что мы ничего не можем изменить, что выборы ни на что не влияют. И господствуют, и грабят нас дальше. Пришло время это исправить. Пришло время объединиться вокруг коммунистической партии. Каждый, кто останется дома, каждый, кто промолчит, ни у кого не будет морального права возмущаться тяжестями нашей жизни, потому что это будет наш с вами осознанный, молчаливый выбор. Посмотрите, в каком будущем будут жить наши с вами дети. И мы можем сегодня это исправить. Если найдем в себе силы сказать, что это наше дело, прекратим ждать героев и спасителей. Выбирается главный орган нашей страны, Государственная Дума, который принимает реформы, принимает законы в интересах каждого региона. И мы сегодня видим, что большинство представителей там, представители олигархов, а должно быть представители каждого гражданина, независимые, смелые кандидаты, которые будут отстаивать интересы своего родного дома, своей земли, своих избирателей. И коммунистическая партия по всей стране, в том числе в Республике Хакасия, имеет огромное количество честных, самоотверженных, искренних людей, которым надоело терпеть. Нужно менять власть, менять ее легально, менять ее законно. В противном случае перспективы будут страшные и катастрофичные. И каждый из нас будет в ответе за этот страшный завтрашний день. Друзья, 19 сентября по всей стране и в Республике Хакасия в первую очередь пройдут выборы в Государственную Думу. И каждый должен стать активистом, каждый должен стать организатором. Он должен не просто прийти и проголосовать против этого курса, который сегодня проводит власть, за альтернативную повестку, за смену того курса, да, той политики, которая сегодня проводит власть, проголосовать за Коммунистическую партию Российской Федерации. Мы номер один в бюллетене. Мы единственная альтернатива, единственная возможность изменить жизнь в нашей стране. Поэтому приходите и голосуйте за КПРФ. Все остальное притворство и вранье.